Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Пришла мне очередная посылочка с Алиэкспресс. Товары для рыбалки. Заказал посылку 11.11. Раз была хорошая распродажа, и решил себе на день рождения сделать подарок. И как раз посылочка пришла за 2 дня до дня рождения. Заказал себе катушку для рыбалки. И обошлась она за $15. Без распродажи она стоит в пределах $20. Может даже чуть больше. Как видите, хорошо все упаковано. Коробка пришла целая, не помятая. Дополнительно пупырочкой обклеена. Заказал катушку фирмы Пацифан. Как видите, все целенькое. ТТХ данной катушки, кому интересно, можете посмотреть. Ну и в коробке сама катушка, запасные шайбочки подкладывать, если понадобится. Довольно информативный вкладыш. Даже смотрю, есть и русский язык. Такая небольшая инструкция, схема. Чего состоит данная катушка. Ну, теперь перейдем к самой катушке. Довольно неплохо сделано. Сейчас зажмем гаечку, проверим катушку на люфты. Довольно симпатично сделано. Довольно мягкий, плавный ход. Ну, люфты незначительные, конечно, присутствуют за такую ценовую категорию. Ничего, конечно, за такую цену и не надо было ожидать, чтобы пришло что-то такое сверхъестественное, но за свои деньги довольно добротная катушка. Пацифан Флайм. Заказал 2000-ю шпулю. Довольно мягко регулируется фрикцион. Сейчас посмотрим. В принципе, как мне, пока катушка нравится. Сейчас попробую намотать на нее плетенку. Взвесим на весах. Посмотрим.
Ну, теперь идем к весам. На катушке заявлено 9 плюс 1 подшипник. Сейчас проверим вес 2000-й. 244 грамма. Еще раз. 244 грамма. На коробке указан вес 242 грамма. Ну, небольшая погрешность в 2 грамма. Не знаю, кто прав, или мои весы, или надпись на коробке. Но, по крайней мере, 2 грамма я не считаю большим недостатком, даже если правильно взвешивают мои весы. Сейчас попробую намотать плетенку и посмотрим, как мотает катушка. Вот так, друзья, намотал плетенку. Плетенку использовал Дайва 150 метров 0,14. Как видите, полностью бобина влезла на шпулю. Но я думаю, метров 10-15 надо убирать, чтобы не было лишнего. Поэкспериментирую еще поподкладывать шайбочки. Посмотреть, как будет наматывать ради интереса. Также, друзья, хочу заметить, что шпуля сделана из алюминия, а весь корпус и ручка сделаны из графита. На этом, друзья, это видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Если кого-то заинтересовала данная катушка, ссылка будет в описании под видео. До новых встреч, друзья!